Привет, дорогие друзья, с вами Дризи, добро пожаловать в игрушку Орион. Если хочешь больше серии по Орион, не забудь поставить палец вверх, будет тебе больше серий, вот я обещаю. Если будет мало пальцев вверх и мало просмотров, то я буду что-нибудь другое снимать. Так что, любишь Орион, ставь палец вверх. Ну, если просто хочешь меня поддержать, тоже можешь поставить палец вверх, в любом случае это мне поможет. А если будет мало пальцев вверх, я не знаю, перестану снимать. Ребятки, мне очень, правда, нужны ваши поддержки, ваши пальцы вверх. Надеюсь, вы меня поддержите. Под комментарием можете писать, какие игры мне снимать, какие игры вы хотите, чтобы я снимал. Так, ладно, а мы идем вниз. Блин, там опасно. Спуск под землю. Палки-палки. Давайте возьмем кирку. Может, мы куда-нибудь действительно дойдем? Так, я, кажется, вижу там что-то. Ух ты, чьи-то глаза. Все, исчезли. Довольно-таки хорошая кирка у меня. Так, а там, видимо, злой голем. Ух ты, елки-палки. Давайте все починим нафиг. Ужас, как темно. Сколько можно падать? А я тут был, ребят. Так, что там интересно такое? Скелетики. От воды плавают. Как много воды-то тут. Я со всеми поборюсь. Есть гриб. Он, кстати, светится. Ну, какие-то предметы. Горгулья. Карта горгулья, как ее использовать? Как использовать карту горгулья? О, может кинуться. Ладно, идем дальше. Опаньки. Тяжеловато. Так много интересной руды. Так, ну ничего нового такого я не вижу уж. Прям. Так, тут мы тоже бывали. Я так понимаю, ты мне ничего не сделаешь. Хороший голем. Так, я готов сражаться. Какой себе какой сильный. Таких сильных я не встречал. Блин, вот же пипец. Мне кажется, мне надо отстроиться немножко. Так, еще надо телепортнуться. Что, застроюсь? Отстроюсь? Блин, он упал. Что ж вы падаете-то все? Ух ты ж, елки-палки, посмотрите, что там внизу это творится. Я не знаю, что мне тут сделать. Давайте кирку возьмем. Неужели я не смогу разрубить? Ребят, это очень сложный такой ресурс. Не разрубишь.
Да елки-палки. Сок жареного мяса, может быть, мне поможет. Лава может стекать, интересно? Давайте попробуем. Что, она не стекает? Она стекает, ребят. Пипец. Наверное, делать себе тоже проблем. Если она стекает, я потом туда не проберусь. Они вздыхают там. Ух ты, нифига себе, какой здоровый. Жесть. Конечно, вообще творится. Так, ладно. Пониже спустимся. Ты же елки-палки. Как же у вас много. Какие вы противные все. Жили в этом безумном мире. Так, немножко подлечимся. О, гномики к нам нападают. Что случилось, эй? Почему они взорвались? Так, какой-то ценный. Ценный камень. Ну-ка, мы его сможем добыть? Да были, отлично. Можно прямо прокопать. Так, продолжим. Землетрясение началось. Добываем, давай, давай. Отлично. Кстати. Так, пожалуй, продолжим. Где мы появились? Там внизу какое-то безумие творится. Боже мой, боже мой. Надо смотаться отсюда. Так, тут мы всех подлечили. Что ты достал?
Что это такое, блин? Знаете, что мне надо сделать? А, отлично. Еще много свечей. Вот он. Да, его будет сложно убить. Отлично, невозможно. Блин, да какого черта? Ты издеваешься? Ну как так можно было вернуться? Я начал отсюда. У меня хоть все в порядке, все цело. А, цело и невредимо. В общем, мы тут начали, ребят. О, это как будто был страшный сон какой-то прям. Побольше света сделать. И, кстати, на моем доме тоже. Пускай горят. Так-то будет лучше. Фу, страшный сон. Привет, красавица. Чтоб тут купить статую дракона. Елочка всякая новогодняя. Честно говоря, я не знаю, что покупать. Урон 7. У меня вот это, да, значит, кирка? Это самая крутая. Нужен 5 уровень. У меня пока что нету 5 уровня. Чтоб тут такую реально крутую купить. Арбалет. Выстрел сильный, скорость низкая. Давайте хоть арбалет купим. Так, ну и где ты у меня? А, в чемодане же ты. Лопата мне сильно не нужна. Нужны болты. Необходимо наковальня. Сейчас мы сделаем болты. Так, вот наковальня. Так, и... Так, где же вы, болты? А, вот они. Не хватает ресурсов. То есть мне нужен железная плитка. Где мне взять? Где мне взять плитку? Боже, что мой. Инвентарь. Банк. Магазин. Карта маленького паука. Карта представляет определенное существо, которое можно создать в режиме испытания. Защитные кристаллы. Тоже в испытании только. Так, ну вот так-то, я думаю, нормально будет. А, он же на складе только пока что. Так, и нам надо болт создать. Вот 10 болтов. 10 болтов это как-то мало. Где мой опыт? Взяли опыт? Давайте, заходите. Мертвецы, отлично. Всех вас порешаю. Вообще, давайте дверь закроем. И попрощаемся на этом. Можете писать в комментариях, что тут можно еще сделать интересного. Все, рассвет тем более уже начинается, я вот вижу.
Кончились болты. Отлично. А, блин, у меня есть меч еще. Ладно. Ну все, ребята, я думаю, на этом можно попрощаться. Вот. Из большей серии, не знаю, что поставить. Вот, ну я с вами прощаюсь, все, хватит. До скорого. Я потом почитаю, вы можете писать, где следующего босса найти. Пока что, до скорого, пока-пока.